Фонари на солнечных батареях, которые установили в местечке Горина, периодически не работают. Дождливую погоду опасный пешеходный переход остается окутанным тьмой. На это жалуются автовладельцы в социальных сетях. Управление благоустройства ссылаются на аномальные погодные условия. Однако, когда фонари презентовали, городские власти обещали, что светодиодные лампы будут работать при любых обстоятельствах. Энергии, накопленной днем, должно было хватать для бесперебойной работы ночью. Но на деле вышло иначе.